такой график про то, что в России не хватает доверия. То есть 97-е место, самое последнее место по индексу глобальной конкурентоспособности, связано с институциональными проблемами. Безусловно, это проблема доверия между бизнесом и государством, но в любом случае у бизнеса есть несколько точек взаимодействия, и доверие – это та проблемная точка, которая вот сейчас и с банковскими организациями тоже имеет вот особо критический